Всем привет! Сегодня планирую испытывать два аппарата. Надеюсь, получится. Аппараты по разгону случайно смешанных солярки и бензина, либо для разгона газоконденсата. Это блоки управления. Сейчас испытываю. И вот два аппарата стоят, ждут своей очереди. Итак, всем снова привет. Испытываю аппарат номер один. Есть кое-какие косячки, нужно будет посмотреть вот этот отстойник, потому что мне кажется, где-то там есть небольшая протечка. Самое плохое, если придется его резать и варить внутри. Но это ладно, это ерунда, не столь критично, все работает. Значит, здесь у нас выходит дизельная фракция с этой стороны. А там у нас бензин. Бензин идет порциями, то есть каждая порция наполняет отстойник, потом из него выходит. Здесь блок управления автоматический. Температура у нас сейчас реальная 176, выставлена на 180 в пределах. Значит, дизельная фракция здесь, и вот бензиновая пошла порция. Струя очень большая, но опять же, это все порциями выходит. Выходит порциями. Аппарат может перерабатывать до 60 литров смеси в час. Работает буквально несколько минут, пока вывел на режим. И скоро его придется выключать, потому что для переработки одного аппарата у меня всего лишь 20 литров смеси. И для второго точно так же. Ну, там уже, конечно, не 20, там уже практически на дне. В общем, первый аппарат работает. Итак, гоняем второй аппарат. Здесь у нас поток выхода дизельного топлива, отделенного от смеси с бензином. Точно так же он будет работать и с газоконденсатом. То есть соляровая фракция будет отделяться от бензиновой на непрерывной основе. Вот здесь у нас сейчас будет выход бензиновой фракции. Не знаю, видно, нет. Поток. Тоже выходит порциями. Сам аппарат работает абсолютно без проблем. И здесь у нас другой контрольный юнит, блок контроля. Сейчас температура в реакторе 181 градус, 180, и он выставлен на 180 градусов, то есть он выше не поднимется. Как раз то, что нам надо для выхода бензина и солярки, для разделения. Мы можем увеличить поток, вернее, увеличить подачу. И за счет этого мы увеличим потоки. То есть, в принципе, в пределах от 150 до 200 градусов будет вполне нормальная работа.